Всем привет! Привет, меня зовут Аник. И сегодня у нас челлендж. Обычная еда против мармелада. Ну, у нас будет не только мармелад, и конфетки тоже. Так что нам сегодня будет весело. Кто попробует больше всех еды, включая сладости, получит вот такой вот огроменный чупа-чупс. А утешительным призом будет чупа-чупс поменьше. Либо такой, либо такой. Ну что, начинаем? Да! Итак, первая порция еды. Открываем. Так. Анютке попалась яичница, а Данику попалась мармеладная яичница. Ну, давайте пробовать. Да. Анюта, вот держи тебе одну наклеечку. Кто по итогу получит больше наклеек, тому и достанется огромный чупа-чупс. Можно твою яичку попробовать? Вот, Анюта, держи, это твоя вторая наклейка. Можно, Анюта? Да-да, бери, и ты получишь наклейку тоже. И Даня кушает яичницу и зарабатывает тоже вторую наклейку. Держи. Что здесь побеждает? Настоящая яичница или мармеладная? Мармеладная. Анюта, а тебе что больше нравится? Мармеладная яичница или настоящая? Мармеладная. В этом раунде победила мармеладная яичница. И второй раунд. Что же там? Открывайте. И в этом раунде Данику попалась настоящая пицца. А Анюте мармеладная. Так, Анюте понравилась ее мармеладная пицца. Даника, а тебе понравилась твоя пицца? Конечно, настоящая самая вкусная. Если можно попробовать. Ты хочешь тоже? Хорошо. Вот, держи, Даник, тебе две наклейки. Одна, вторая. А это тебе, Анюта. Если ты хочешь еще одну наклейку, то надо попробовать Данину хорошо. Пиццу. Это хорошо. Анюта не едят корочку. Смотри, смотри. Анюта кушает пиццу. И Анюта зарабатывает себе еще одну наклейку. Держи. В этом раунде какая пицца вам больше понравилась? Настоящая или мармеладная? Настоящая. Настоящая! Ух ты! В этом раунде победила обычная еда. И следующий раунд. Что же попадется Данику с Анютой? Открывайте! И попалась лапша! Итак, Данику попалась желейная лапша. А у Анюты нудельс. Даник пробует мармеладную лапшу. Как тебе мармеладная лапша? Вкусно? Анюта тоже пробует мармеладную лапшу. Так, с мармеладной лапшой мы разобрались. Вкусно? Даник с Анютой получают по наклеечке. Наклейка тоже попала. Да, что же с нудельс? Даник, вот тебе вилочка. Спасибо. Даник решается попробовать нудельс. Попробовал нудельс. По-моему, Анюта тоже собирается попробовать лапшу. Это не обычная лапша, это нудельс. Очень вкусно, между прочим. Маленький кусочек, как я. Молодец, Анюта! Анюта тоже уверенно идет к победе. Кому же достанется огромный чупа-чупс? И Анюта получает еще одну наклейку. Ты уже получил две. Ну, пока у вас ничья. Идем дальше. Даник, пока остались, я за тобой наблюдаю. Что ты делаешь? Ну, пока у нас ничья. Идем дальше. Мы наблюдаем за тобой. Ребята, что вам понравилось в этом раунде больше?
Мармеладный нудельс. Понятно. И мы идем дальше. Что же попалось вам на этот раз? Открывайте. Анюта, что это тебе попалось такое? Мне попались мармеладные суши. Даника, что попалось тебе? А Данику попались обычные суши. Ну, вперед. Так, я так понимаю, Даник не особо любит суши. И вообще китайскую еду. Это вкусно. Даник, молодец. Даник пробует суши и получает наклейку. Держи. Анюта ест мармеладные суши и тоже получает наклейку. Я получу еще одну. Даник сейчас получит еще одну наклейку. Но ты еще не попробовал. Целиком. Обалдеть. Даник, держи еще одну наклейку. И Даник у нас лидирует. Попробует ли Анюта суши, чтобы пойти вровень с Даником? И Анюта решается откусить кусочек суши. Ну как? Анюта, как тебе суши? Понравились? А Даник, а тебе суши? Данику суши не особо. В этом раунде победили какие суши? Мармеладные? Мармеладные. Или настоящие? Мармеладные. И Анюта получает еще одну наклейку за то, что она откусила кусочек суши. У вас пока одинаковое количество наклеек. Поровну. У тебя 8. И у Даника 8. Идем дальше? Да! И следующий раунд. Что же вам попадется? Открывайте! Так. Анюте попался гамбургер. А Данику попались мармеладные гамбургеры. Ух ты! Даник делится с Анютой мармеладным гамбургером. Да. Дети пробуют мармеладные гамбургеры. Ну и как? Вкусно! Анюта, как? Супер! Даник собирается попробовать Анютин гамбургер. Вкусно! Ну как, Даник? Супер! Даник получает еще одну наклейку. Держи. И Анюта намерена получить наклейку. Анюта откусывает гамбургер. Не откусила. Ну-ка. Откусила! Анюта откусила кусочек гамбургера. И Анюта зарабатывает еще одну наклейку. И у вас опять поровну. Кто же победит? Какой гамбургер победил в этом раунде? Нет. Какой? Данику нравится больше обычный гамбургер. Анюта, а тебе какой гамбургер больше понравился? Настоящий или конфетный? Это. Такой. Понятно. И следующий раунд. Что же вам попадется? И Анюте что-то попалось. Анюта, что это? Большие кружочки? Да. Они похожи на пончики? Да. А что же попалось Данику? А Данику попались настоящие пончики. Анюта пробует. Пожалуйста, можешь. Анюта хочет пончик настоящий. Кто любит пончики? Я люблю. Анюта любит пончики. Даник, ты любишь пончики? Не очень. Правда? А какие вещи ты любишь? Не люблю. Держи, Даник, ты получаешь звездочку. И Анюта тоже получает звездочку за то, что попробовала пончик у Даника. Итак, с обычными пончиками мы разобрались. У нас остались мармеладные, да? Какие пончики вкуснее, настоящие или мармеладные? Мармеладные. Серьезно? Даник, какие пончики вкуснее, мармеладные или настоящие? Тебе правда нравится больше мармеладное? Обалдеть. Держите, вот вам еще по наклейке. И мы продолжаем. Что же попадется в этом раунде? Открывайте! И Анюте попался чизкейк. А Данику конфетный тортик. Что вы будете пробовать? Что, это и это?
Давайте поменяем это местами. Даня, где же чизкейк? По-русски, по-нашему, это творожный тортик. А у Анюты конфетный тортик. Ну как, чизкейк? Вкусняшка, правда? А тебе, Анюта, как? Тебе вкусно? Давай. Давай поменяем назад. Даник получает звезду. Приклеим одну звезду для Даника. Одну звезду для Анюты. И Даник заслуживает, по-моему, вторую звезду сейчас. Ух ты! Даник, ты вырываешься вперед? Анюта, если ты хочешь большой чупа-чупс, надо попробовать кусочек чизкейка. Будешь пробовать? По-моему, Анюта решилась съесть кусочек чизкейка. Шарик. Это вишенка, да? Что это? Анюта, ты будешь кушать чизкейк? Анюта настроена серьезно. Не нравится чизкейк? Анюте не нравится чизкейк. И Анюта получает еще одну звездочку. Даник, тебе какой больше тортик понравился? Чизкейк или конфетный? Чизкейк. Анюта, а тебе какой тортик больше понравился? Конфетный или чизкейк? Конфетный. А Анюте понравился больше конфетный тортик. И у нас последний раунд, ребята. Что же попадется вам там? Вперед! Ой! Анюте попались мармеладные зубы. А что это такое у Даника? Тут какие-то гнилые зубы. Даник, что это? Это тут по ошибке? Да. Анюта делится с Даником. Ну как? Как зубы на вкус? Анютка, ты смешная. Невкусно, да? Не нравится тебе? Даник тоже попробовал эти зубы. И теперь одел резиновые. Прикольно. Ну что, ребята, много вы сегодня напробовали разного, да? Да. Я так поняла, что вы еще и наелись, да? А еще одна интересная новость состоит в том, что у вас одинаковое количество звездочек. Я даже не представляю, что мне теперь делать. Наверное, мне нужно принести еще один такой большой чупа-чупс, да? Держите! Победители! А я ем бабочку! Мама, если вам понравилось видео, смело ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Пока! Ох ты ж, вот это да! А тут много маленьких чупа-чупсов. Это вот в это вот огромный чупа-чупс поместили этот пакетик? Ха-ха-ха!